100% удалась игра выполнить постановки тренера. Может быть, недовольны тем, что 2-0 могло быть больше? Ну, как бы, не знаю, давайте довольствоваться тем, что есть. И, наверное, хорошо, что мы не пропустили. Считаю, что игра удалась, изучили соперника. В принципе, они играли в то, что как бы, мы предполагали, поэтому все получилось, мы сейчас. После перерыва как-то подуспокоились, это была какая-то установка, либо просто уже по счету играли? Ну, наверное, по счету знали, что турки такие немного агрессивные. Если они начнут играть без мяча, начнут нервничать и терять позиции. Мы рассчитывали на это и после они 10 минут попытались пойти в штурм, но мы его выдержали. И потом у них начались разрывы, и мы начали атаковать. Рука Луческу была заметна действие в Турции? А? Рука Луческу была заметна? Ну, знаете, за такой короткий промежуток вряд ли что-то можно конкретно изменить. Ну, я думаю, все только начинается. Коля, как вы готовились к туркам, не зная, что как они будут играть при Луческу с новым составом? Да, так же готовились, как и любой другой команде, то есть разбирали и игры, и видео, и все остальное. Насколько сегодня тяжело было физически, хватит ли вот сил, наверное, даже не моральных, а физических, сыграть с Исландией, с одним из главных конкурентов? Ну, мы не думали пока о Исландии, готовились конкретно на этот матч, и когда он закончился, теперь все откидываем в сторону, и теперь настраиваемся уже непосредственно к Исландии. Исландцы потеряли очки, соответственно, вы набрали, вот как-то это скажется на психологии вашей? Ну, вы знаете, давайте, наверное, очки будем считать в конце уже, когда все отыграем. Мы сейчас готовимся на конкретную игру, и нам нужна 3 очка. Завтра улетаете фактически в зиму, готовы к тому, что придется играть при не очень хороших условиях? Ну, лично мне уже приходилось там играть. Да, ветер сильный, не очень комфортно, но они будут такие же условия, которые будут. Спасибо.